замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Да все вполне неплохо, так степенно. Вы откуда будете? Откуда будете, если не секрет? Нижний Новгород. О, что-то сегодня очень много с Нижнего Новгорода попадается, ну, ладно? Большой город, что вы хотите? Ну да, четвертый город вроде в России или пятый. Ну, четвертый, да. Ну, да. Народу много, а вы, я так понимаю, откуда-то из океана. Да, я из океана. Если не ошибаюсь, был 8-м городом в СССР или 10-м. Нет, ну, был в СССР Москва, Питер, Новосибирск, Харьков. Но Новосибирск был меньше. Киев. Новосибирск при СССР был меньше, чем вы. Это сейчас он обогнал вас. Ну, сейчас очень обогнал. Третий город. Сейчас третий. Но при СССР он был меньше вас. Не помню сейчас. Но я помню. Возможно. Тогдашнюю статистику не помню. Да мы при СССР были миллионник. Потом тоже разрастаться начали. После 80-х годов. Да, да, я вас понял. Вы на какие темы беседуете? Может, вопрос у вас интересный? Да так, значит, печки, лавочки, как говорится. У меня какая страна стоит, кстати? У меня? Украина. Понятно, потому что... А вы откуда? Я город Торонто. Торонто? Ну, здорово. А как вы попали туда? Ну, в Канаду вообще-то в Канаду свободная иммиграция. То есть, если вы как попали куда-нибудь в Мозамбик. Нет, я не имею в виду, на чем вы туда приехали. А, вы имеете в виду. Что сподвигло? А я думал, наоборот, как попали по какой системе иммиграции. Ну, нет, чем вы туда приехали, это вопрос. Была возможность. В Канаду модно эмигрировать, тем более меня пригласила фирма как специалиста. Откуда переехали? Из Харькова. Из Харькова, ну хороший город. Вот вы, мне даже приятно, вы третьим городом перечислили Харьков после Москвы. Я помню, что Харьков был третий город. К сожалению, к 91-му он был уже не третий, а вот до 51-го года он был третий. Да. Ну да, и... Причем с 15-го года, с 1915 года. Ну да, да, да. А вот до 15-го года, до 1915 года, какой был третий город в Российской империи, знаете? Третий город? Это вот очень интересный момент, я обычно так вот... Российской империи, сейчас надо подумать, что у нас могло быть. Москва, Санкт-Петербург, это понятно, а вот третьим... тут затрудняюсь, Нижний тоже был большой. А вот ни за что не отгадаете. Я и гадать не буду. Давайте, просветите. Я вам скажу, четвертый город, это был Варшава, а пятым городом была Рига. А вот третьим городом, будете удивитесь, но это была Одесса. Одесса, может быть, нет, ничего удивительного. Портовый город, вполне вероятно. Вполне вероятно, что это старый город, да, и вполне может быть. Причем при всем, что Одесса даже не была губернским центром, а находилась в Херсонской губернии. Херсонской губернии, я помню. Да. Но была в то же время третьим городом в Российской империи по населению. Нет, ну такое сейчас есть, что, например, областные города больше, чем... районные центры в области какой-то, больше, чем областной центр. Ну, таких случаев по России всего два. Какие? Ну, Тольятти. Нет, Тольятти не больше Самары. Это уже... Больше, Тольятти больше Самары. Ну, население больше. Самара это миллионник, а Тольятти там 1800, наверное. Самара не миллионник еще. Самара сразу за вами следует. Сейчас могу посмотреть. Посмотрите, Самара миллионник она. А, жаль, да. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно?
Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них є один. Думаю, не треба нікому. І Android – це така специфічна, тому що навіть у кого є... Android – це айфони, так? Слушай, Карпов, сделай вид, що я этого не слышал. Судьба тебе і так любит. Не слушай. Їх, в общем-то, всіх і назвали «русские», тому що це глагол. «Русский» – це «какой чей» відповідає. Каркашовский был. Мы сделали украинским угодом начнем. Украинец? Да. Украина, которая создана. Группа Крымичского. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть достойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.